Я рад представить профессора Абрамова, профессор Орловского госуниверситета и профессор Королевского колледжа Лондона. И он нам расскажет более конкретные механизмы по сравнению с Алексеем Семьяновым. И я рад предоставить вам слово. Пожалуйста, Андрей Юрьевич. Спасибо большое. Прежде всего, спасибо большое за приглашение. И то есть это всегда большая честь выступать на вашей школе. И единственное, я вот хочу отметить, так что, конечно, спасибо большое за Кингс, за Королевский колледж. Но это тоже, скажем так, я работаю немножко в другом, это университетский колледж Лондона, скажем так, который тоже формально, скажем, часть университета Лондона, но тем не менее это разные университеты и Орловского университета. Но тем не менее я сегодня собираюсь говорить о механизме нейротоксичности при отравлении угарным газом. Вроде бы, если вдуматься, то эпоха печек, эпоха всех этих печей, индустриальных таких отравлений достаточно, которые приводят непосредственно к отравлению угарным газом, оно вроде бы уходит в прошлое, но тем не менее, как это ни парадоксально, то количество случаев отравления угарным газом не становится меньше. Почему? Потому что мы живем в более изолированных сейчас помещениях, и даже небольшое увеличение в уровне угарного газа может вести к серьезным отравлениям. И мы все-таки должны не забывать и про движение, ну, в смысле про транспорт, и то, что в целом это приводит к достаточно большому количеству жертв. Тут вот слайд, который я нашел непосредственно со статистикой по России, почему-то считается, что около 300-500 смертей в год. На самом деле, там я могу сказать, что статистика достаточно гораздо выше, и в ряде стран, там, допустим, отравление угарным газом стоит там на втором месте по токсичности, если мы говорим про токсикологию. Но тем не менее, что же такое вообще отравление угарным газом и почему оно происходит? Ну, прежде всего, из-за того, что когда угарный газ попадает в организм, то он связывается и образует карбоксигемоглобин, извините меня, и который, в принципе, нарушает нормальный кровоток и доставку кислороду тканям. Но показано, что угарный газ, карбон-моноксид, может приводить и к блокировке, в принципе, дыхания, но этот вопрос, на самом деле, достаточно спорный. И что важно, что даже вот, скажем так, выжившие после отравления угарным газом, они очень подвержены к изменениям таким, как, то есть у них происходит нарушение двигательное и когнитивное, то есть что в принципе говорит о том, что происходит нарушение функции центральной нервной системы, и что мы должны где-то гораздо больше, скажем, изучать это направление, потому что страшно даже не тот процент, который гибнет людей, а то, что порядка 67% выживших имеют эти нейрологические изменения. Но вернемся все-таки, что такое карбоксигемоглобин и угарный газ. Мы видим, что при связывании угарного газа с гемоглобином, то есть он просто-напросто препятствует
связыванию кислорода, то есть и вот этот наш переносчик, гемоглобин, тот, который переносит кислород в ткани, то есть он просто перестает работать. И создается то, в принципе, чему посвящена в целом эта школа, то есть проблемы, связанные с ишемией и даже с аноксиями, то есть бескислородными условиями, приводящими к повреждениям различных тканей. Но как мы хорошо было бы, то есть при любом, что бы мы ни делали, нам нужно каким-то образом вывести пациентов из вот этого отравления. И, естественно, прежде всего нужно восстановить нормальное кровоснабжение. И для этого очень долго использовалась гиперборическая камера для того, чтобы вывести кислород, извините меня, угарный газ из гемоглобина и восстановить нормальное кровоснабжение. Но вот тут как раз и возникает большая проблема, потому что как раз процент выживших при использовании вот таких вот камер, как это ни странно, но ниже, как это ни парадоксально, вроде бы это позволяет вывести более эффективно угарный газ, но смертность и не только смертность, но и повреждение дальнейшее нервной системы гораздо выше. То есть, к сожалению, гиперборическая камера, наверное, не является вот таким вот средством, которое может решить всю эту проблему. Но почему это происходит? А происходит это следующим образом. То есть у нас мы, как опять же повторюсь, это вся школа посвящена ишемическим кондициям. И по сути дела я хочу напомнить, что такое гипоксия, реоксигенация, то есть, ну, что по сути дела отсутствие кислорода и его возвращение. То есть это основные причины клеточного повреждения при инсультах и инфарктах. И, конечно, можно говорить о каких-то механизмах, и поэтому сразу вспоминается, что помимо прочего, к примеру, вот в мозгу, это когда происходит любое ишемическое, ну или гипоксийное, такие условия, то есть у нас происходит выброс глутамата, и его, то есть он остается как бы во всех щелях, и что приводит к таким условиям, как глутаматная эксайтотоксичность. Но, опять же, это очень спорный такой момент, поэтому, как говорится, то есть в моделях она работает очень хорошо, но в любом случае, опять же, возвращаясь к повреждению, мы видим, что за достаточно быстрое время, от 30 минут до 12 часов, происходит достаточно сильное повреждение участков мозга в зависимости там, где произошло, скажем так, либо окклюзия, либо, ну, либо любая другая закупорка, которая не приводит у нас к кровоснабжению. Так вот, если мы говорим все-таки про ишемию, и если мы говорим, то есть, про недостаток кислорода, у нас главным сенсором, по сути дела, кислорода, хотим мы или не хотим, являются митохондрии, потому что они и основной потребитель кислорода в биоэнергетике. И каким образом мы можем проверить, как влияет угарный газ на митохондриальный мембранный потенциал, основной показатель, по сути дела, митохондриальной функции при различных условиях, допустим, ишемических. И использовали мы вот такой вот зонд, это Радамин 123, то есть вот он при деполяризации начинает выбрасываться в цитозоле, мы видим вот такое вот, если мы деполяризируем митохондрии в CCP, то мы видим вот такой подъем мощный. Так вот, если мы начинаем обрабатывать наши клетки, нейроны, астроциты
нервные клетки, в целом, то есть клетки мозга, угарным газом, мы видим достаточно сильную деполяризацию. То есть вот полная деполяризация у нас происходит при FCCP, и мы видим, что цифры достаточно большие. То есть, но следует отметить, что если мы возьмем так называемую химическую гипоксию, то есть когда мы полностью блокируем дыхание и окислительное фосфорилирование или гликолиз и дыхание цианидом и, к примеру, йодоуксусной кислотой или альгамицином, то мы видим, в принципе, практически полную деполяризацию, что на самом деле неудивительно, потому что мы полностью блокируем дыхание, и мембранный потенциал уже начинает поддерживаться, ну, если он поддерживается за счет компенсаторных механизмов, которые мы тут тоже блокируем. И вот, скажем так, ишемические условия, то есть мы видим, что вот они реально ишемические, то есть когда у нас происходит так называемая oxygen glucose deprivation, когда мы убираем кислород и глюкозу, и мы видим, что деполяризация меньше, чем при химической гипоксии. И то есть мы можем, как вывод, мы можем сделать, что в принципе угарный газ, во всяком случае в этих дозах, и опять же, еще раз повторюсь, это у нас модельные системы все-таки, потому что в естественной среде это еще добавляется карбоксигемоглобин, но мы видим, что он приводит к митохондриальной деполяризации. И эта митохондриальная деполяризация, понятно, что каким-то образом связана с дыхательной цепью. И как, то есть вот указана у нас внизу такая примитивная схема дыхательной цепи митохондриальной, то есть мы видим, что в принципе она запускается в надажде гидрогеназе первого комплекса, и поэтому, то есть сам надаж может быть очень хорошим индикатором, за что он и пользуется, ввиду, его используют как in vivo, так и in vitro экспериментах для, скажем так, определения дыхание. То есть вот если мы добавим вот это, вот сейчас я показываю видео, каким образом меняется автофлюоресценция, мы видим, что он сначала гаснет, а потом поднимается вверх. Это вот как раз правый эксперимент, когда мы сначала разобщаем клетки, в смысле мы запускаем, делаем дыхание максимально ускоренным при добавлении FCCP, ввиду того, что это разобщитель, и потом блокируем дыхание, то есть мы полностью блокируем потребление надаж митохондриального, и это позволяет нам, скажем так, видеть вот это вот как максимум, так и минимум митохондриального надаж. Но вот если мы посмотрим вот на левом графике, то есть когда мы добавили угарный газ клеткам, то есть надаж стал подниматься, что в принципе предполагает либо увеличение синтеза, что, скажем так, по отношению к дыханию, наверное, это был все-таки не тот случай, мы явно видно, что у нас происходит ингибирование. Что интересно, когда добавляется FCCP, у нас в нейронах вот этого падения не происходило, что говорит о том, что все-таки клетки уже заингибированы. Только цианид добавил у нас, в принципе, еще более повысил. По сути дела, клетки у нас практически достаточно сильно заингибированы, во всяком случае, дыхание в них угарным газом. Но что интересно, что вот на соседнем графике, вот здесь мы видим, что если мы отмоем угарный газ, после этого добавим FCCP, то у нас происходит прекрасное падение. Надаж говорит о том, что мы, в принципе, действительно можем восстановить клетки, то есть и вот это вот ингибирование митохондриального дыхания, по-видимому, это связано больше с цитохромом С, то есть оно у нас, в принципе, может быть восстановлено. То есть, то есть вопрос тут,
насколько это коррелирует, к примеру, обычной гипоксии. То есть, по-видимому, действительно, тут в случае с угарным газом, тут у нас еще и происходит дополнительное включение, помимо отсутствия кислорода, у нас еще и действительно ингибирует митохондриальное дыхание. И, в принципе, когда мы говорим про митохондрии, в целом про клетку, когда мы говорим про любую токсичность, связанную с отсутствием, присутствием кислорода, мы должны помнить про то, что очень часто при всех этих трансформациях и окислительно-восстановительных реакциях у нас либо ферментативно, либо неферментативно производятся свободные радикалы, в том числе и активные формы кислорода. И вот мы померили производство активных форм кислорода, непосредственно супероксид аниона, в основном используя дигидроэтидиум. То есть, к сожалению, пока для супероксида аниона лучше ничего не придумали, и мы вынуждены использовать этот достаточно старый краситель. Так вот, что можно сказать, вот на левый нижний слайд, он как раз показывает классическую такую картину, которую мы опубликовали достаточно давно. Это то, что при гипоксии обычной у нас происходит трехфазное увеличение активных форм кислорода в разные фазы воздействия. То есть в первая фаза, которая происходит практически сразу с началом гипоксии, вторая там через с какой-то задержкой 20-минутной, и третья фаза, самая мощная, она происходит при реоксигенации. Так вот, вот эти слайды 2 и 3 показывают, в смысле вот по правую сторону, они как раз и показывают то, что та же самая картина может наблюдаться при угарном газе. То есть мы видим, опять же, такая же трехфазная картина, но, что интересно, то есть она достаточно сильно разделяется между клетками, то есть между нейронами и астроцитами, и так в астроцитах гораздо мощнее происходит у нас первая фаза по сравнению со второй, третьей, в то время как в нейронах все-таки третья фаза, ну, она совершенно очень высока, мы видим. Вот. И понятно, что всегда возникает вопрос, ну что это первая, вторая, третья фаза, ну по времени при реоксигенации, чем она вызвана? И выяснилось, что как минимум три источника присутствуют, ну, производство активных форм кислорода при этих условиях. Это прежде всего митохондрии. Но митохондрии производят активные формы кислорода в основном в первую фазу. Мы видим, там, допустим, вот как измеренным специфическим зондом митохондриальным, это SOX, чье изображение вот здесь в человеческих нейронах у нас справа. И также и производят они и вне митохондрий, потому что мы можем, используя майтотемпа или, скажем так, любой там разобщитель или майтокью, то есть митохондриальные антиоксиданты, мы можем, в принципе, практически полностью заблокировать первую фазу. При этом вторая, третья фаза будут достаточно велики. Таким образом, то есть у нас первая фаза происходит при первом моменте, то есть в тот момент, когда у нас при первом воздействии, то есть в тот момент, когда у нас происходит непосредственно ингибирование дыхания в митохондриях, и, по-видимому, как раз вот этот вот достаточно короткий момент, он и обуславливает вот этот первый пик. А что важно, то есть вторая фаза, вот опять у меня на левой панели показан отсутствие второго пика при ишемии реперфузии, то есть когда обработали оксипуринолом, таким специфическим ингибитором для ксантиноксидазы,
И то же самое происходит и при отравлении угарным газом. То есть второй у нас пункт, вторая фаза полностью отсутствует. И но схема, по-видимому, связана, схема, почему это происходит там через там, 20-30 минут после начала, скажем, гипоксии или токсичности угарным газом. То есть, по-видимому, это связано с истощением АДФ, который доходит у нас, в принципе, до гипоксантина, и вот у нас либоксантина. И что и производит это все в ксантиноксидазе, то есть происходит образование гидроперекись, но мы здесь мерили, в принципе, не гидроперекись, а супероксид анион, но тем не менее все, мы четко это можем проследить. То есть второй этап у нас связан именно с таким тяжелым гипоксемным последствием, когда у нас уже нету энергии в форме АТФ, то есть истощением энергии, что запускает ксантиноксидазу. То есть, и это полностью у нас вот совпадало в наших экспериментах с истощением, как мы видим, вот вторая фаза, вот нижний график черный, совпадает с так называемой MAG-GREEN, то есть это зон специальный, который позволяет нам мерить марганец, в смысле магний. И так как практически весь АТФ у нас в организме присутствует в форме магниевой соли, то есть в тот момент, когда у нас происходит быстрое опустошение пула АТФ, мы видим повышение этого зонда. И вот у нас практически полностью... не совпадает, но, скажем так, предшествует возникновению вот как раз активации ксантиноксидазы. То есть второй тип точно у нас связан с этим делом. А вот третий тип, он у нас при реоксигенации, он у нас зависит от фермента надфосфат H-оксидазы и может быть полностью заблокирован вот при отравлении угарным газом ингибиторами надфосфат H-оксидазы. Вот в данном случае вот я показываю ингибитор ABCCF. То есть, но это повторяется практически с любыми ингибиторами. То есть вопрос об экспрессии надфосфат H-оксидазы в астроцитах и нейронах уже снят давно, уже показано несколько типов этого фермента, ну, включая классический, так называемый NOX-2 в астроцитах, это вот как раз иммуногистохимия, здесь вот показано по нему, что он экспрессирован в нейронах и в астроцитах. И, ну, тут я просто хочу сказать, что, то есть, вот хорошо определили мы, что у нас три фазы, но каким образом в целом эти фазы могут влиять на то, что называется окислительным стрессом, то есть по повреждением непосредственно ткани окислительным воздействием. То есть каким образом мы можем оценить это? То есть оценить мы можем по уровню эндогенных антиоксидантов, таких как глутатион восстановленный, и вот который меряется очень легко и хорошо вот таким вот зондом монохлорбимайн. Мы видим очень яркие астроциты. Вот посмотрите на видео, нейрон, он гораздо менее яркий. То есть это как раз и говорит о том, что у нас астроциты в данном случае, они, во-первых, более защищены, но и не только с этим связано. То есть тем, что они, скажем так, подкармливают нейроны предшественниками глутатиона для биосинтеза. И, то есть, если мы посмотрим вот даже изображение, я уж даже не хочу идти сразу к гистограммам, представленным здесь по измерению, а просто посмотрите на эти снимки, и мы видим, что, вот, допустим,
как необработанные клетки, так вот посмотрите, насколько темнее изображение при отравлении угарным газом с последующей реоксигенацией. И насколько сильно восстанавливают, по сути дела, у нас ингибитор натфосфат аж-оксидазы. И, к сожалению, вынужден сказать, что митохондриальные антиоксиданты, такие как MitoQ и MitoTempo, то есть они, в принципе, работали достаточно слабо, и у нас по-прежнему очень низкие показатели. Аллопюринол был также достаточно эффективен, но все-таки, то есть это ингибитор ксантиноксидазы, но все-таки нужно помнить, что как аллопюринол, так и оксипюринол, они сами являются в какой-то мере антиоксидантами, и поэтому, то есть здесь возможен такой совместный эффект. Так вот, как по-другому можем определить, то есть произошло ли у нас повреждение окислительное или нет, другой способ, что называется, определить уровень перекисного окисления липидов в живых клетках, то есть понятно, что мы можем это сделать биохимически с разложением по всем, скажем так, интермедиантам перекисного окисления липидов, но в данном случае нам гораздо удобнее это сделать в живых клетках и попытаться определить, что в каком типе клеток это происходит, используя зонд такой, BodyPi, есть два. И мы видим, что скорость окисления, перекисного окисления стремительно увеличивается при воздействии угарным газом и еще больше при реоксигенации. То есть как раз то, что говорит о том, что главным повреждающим событием является не сама, скажем, ишемия, вызванная угарным газом, и вообще в целом воздействием угарным газом, а именно реоксигенация и активация натфосфата аж-оксидазы. При этом, если мы посмотрим непосредственно на саму скорость, следует сказать, что наиболее эффективные соединения были непосредственно ABCACF и DPI. Это два у нас ингибитора натфосфата аж-оксидазы. То есть они были гораздо-гораздо более эффективны, и поэтому можно все-таки опять с уверенностью утверждать, что самым важным является у нас повреждающим моментом это реоксигенация. И поэтому, что на самом деле не всегда звучит очень хорошо, но с другой стороны это дает надежду, потому что мы тем самым можем, скажем так, теоретически использовать все, ну, то есть какую-то защиту в целом от этого повреждения до того, как началась реоксигенация, грубо говоря, как, то есть если поступили пациенты, возможно, ну, хотя бы есть пока на сегодня теоретическая возможность их выводить из этого состояния. Самое главное, что я хочу сказать, что да, то есть угарный газ действительно приводит к достаточно высокой гибели нейронов. Мы видим, что порядка 70%, по сути дела, всех нейронов гибнут при воздействии угарным газом через 24 часа. И что важно, что единственным, по сути дела, таким серьезной защитой является в данном случае, и опять же, ингибирование натфосфата аж-оксидазы, то есть, но не, скажем, митохондриальные антиоксиданты или многие другие, там, включая даже такие, вроде бы, немножко далеко стоящие от ишемии или перфузии моноаминоксидазы, то есть, вот один из них – это селижелин. То есть, но основное, просто я хочу еще раз отметить, еще раз и еще раз, что у нас главным повреждающим, скажем, ферментом
при его активации является натфосфат H-оксидаза, которая запускается при реоксигенации. То есть она не может быть запущена до этого, потому что ее константа диссоциации порядка 15 с кислородом, 15 миллиметров ртутного столба при ишемии и при отравлении угарным газом, она значительно, эти показатели значительно ниже. Так вот, а сама по себе клеточная смерть нейрональная, она не может возникнуть, ну, то есть, вот, если это не совершенно страшное окисление, которое у нас уже начинает рвать мембраны и все остальное, то есть, оно не может возникнуть на, скажем, без взаимодействия с какими-то другими процессами. Один из таких процессов может быть запуск вот как раз кальциевого, ненормального кальциевого сигнала, про которого говорил как раз у нас предыдущий докладчик. И что мы можем видеть? То есть, если мы запускаем, опять же, вот добавляем клеткам корм, то есть, это донор угарного газа, он постоянно выбрасывает его достаточно большой концентрацией, то есть, это токсическая доза, мы видим, что он запускает у нас кальциевый сигнал как в нейронах, так и в астроцитах. А что важно, в астроцитах мы можем заблокировать это, скажем, топсигаргином, либо специфическим ингибитором для фосфолипазы С, то есть это U73, то есть, и, по-видимому, весь этот сигнал запускается тем, что выбрасывается там. То есть у нас происходит активация пуринорецепторов, и совершенно четко, скорее всего, вот угарный газ и ишемические условия приводят к выталкиванию у нас везикул, так называемых винат везикул, с АТФом, полифосфатом, да мало ли с чем он еще там происходит, этот выброс. Так вот, при в нейронах понятно, что это был внешний кальций и мог быть заингибирован глутаматными рецепторами. То есть хуже, лучше, ну, то есть, в принципе, то есть он, это могло происходить у нас. И, по-видимому, это то же самое связано с выбросом глутамата. Но почему это важно, по сути дела? То есть почему весь этот кальциевый сигнал важен? Прежде всего, когда мы говорим, за счет чего у нас происходит активация натфосфата H-оксидазы, она происходит у нас, ну, за счет как раз вот этой кальциевой сигнализации, и как в астроцитах, так и в нейронах он может происходить и может быть полностью, если вы видите, последняя, третья фаза может быть заблокирована ничем иным, как ингибитором глутаматных, одного из типа глутаматных рецепторов MK801. Но это еще не все, проблема гораздо глубже, и на самом деле существует в целом понятие кальцииндуцированная клеточная гибель, которая у нас связана с перегрузкой кальция в митохондриях. И вот это у нас, по сути дела, вот срез мозга, и когда мы воздействуем, загруженный РОД5Н, то есть это митохондриальный кальций у нас меряет, и вот зеленым у нас светится, это флуоресцентная каспаза 3, субстрат, который и при запуске каспазы 3, то есть, грубо говоря, при инициации апоптоза, оно начинает светиться ярко в ядрах. Вот когда у нас происходит вот эта вот активация угарным газом, мы видим, что интересно, что вот сам митохондриальный кальций, он практически, то есть, только слегка повышается, а при реперфузии он очень и очень сильно у нас идет вверх, и если вот на последнем 10 минут после реоксигенации мы видим, что
у нас уже нет ярко выраженного структурированного сигнала из митохондрии, что он повсеместно, то есть, по-видимому, это происходит с тем, что у нас происходит открытие так называемого мегапоры в митохондриях и запуск клеточной смерти, что мы видим вот прекрасно зеленый сигнал у нас по левую сторону и от каспазы, от субстрата каспазы третьего. То есть тем самым мы гарантированно запускаем у нас апоптоз, во всяком случае, по-видимому, некроз тоже, но в данном случае мы можем утверждать это по NUC-View, по вот этому зонду, что это апоптоз. И что важно, можем ли мы каким-то образом этот процесс остановить? Да, можем, если мы заингибируем или полностью, или частично так называемый митохондриальный кальциевый унипортер. То есть это транспортер, ответственный за доставку кальция в митохондрии. То есть, и если мы его хотя бы частично заблокируем, мы видим, что у нас кальциевый сигнал в цитозоле по-прежнему идет. Это у нас красный, да, сигнал там это. А вот сигнала по NUC-View, то есть у нас увеличение не происходит. Тем самым, действительно, это очень важно, блокировка митохондриального кальция. И в целом токсичность, она не столь... Вообще механизм токсичности, он включает в себя несколько факторов, которые взаимодействуют друг с другом, приводят к клеточной гибели. И что важно, что как раз взаимодействие, допустим, двух участников этого механизма, то есть непосредственно натфосфат ашоксидазы продукции активных форм кислорода и митохондриальный унипортер, если мы видим, то есть ингибитор его, мы видим, что у нас происходит, скажем так, ингибирование клеточной гибели как при одиночном воздействии, так и усиливание, в принципе, этого защитного эффекта при комбинации ингибиторов натфосфата ашоксидазы и митохондриального кальциевого унипортера. То есть, тем самым для клеточной гибели нам нужен как митохондриальный кальциевый перегруз, так и производство активных форм кислорода, что приводит к достаточно сильной гибели. Но, опять же, то есть, что интересно, что, по сути дела, наши данные хотя бы в целом предполагают какое-то возможное лечение этого процесса и возможного вывода, скажем так, пациентов, даже уже получивших это отравление, из, скажем, этого состояния и защитить их хотя бы нейрональное повреждение в дальнейшем. Но и в конце мне всегда хотелось бы сказать, по сути дела, об участии всех людей, которые когда-либо были так или иначе вовлечены в этот проект и в какой-то мере гранты. Так что спасибо большое за внимание и то есть, жду вопросов каких-то. Большое спасибо, Андрей Юрьевич. Надо сказать, что я тоже находился в плену предубеждения о том, что ЦО и отравление угарным газом уже не столь актуально, но вы развеяли этот миф. Помимо этого, еще базовые механизмы тоже в любом случае важны. Какие у нас есть вопросы, пожалуйста? Сейчас, одну секунду. Спасибо большое за доклад. У меня несколько вопросов. И вот вопрос про натфосфатоксидазу как раз. Известно ли что-то о том, кальций напрямую связывается с натфосфатоксидазой, или есть какие-то посредники, известно ли что-то о каких-то сайтах связывания с этим ферментом кальция? Спасибо большое то есть, за вопрос. На самом деле из напрямую связанных с кальцием
У нас только одна натфосфатоксидаза, это натфосфатоксидаза пятого типа, NOX-5, так называемая. То есть там есть кальцисвязывающий участок, и поэтому мы можем говорить, да, действительно это так. Но большая проблема в том, что именно из-за вот этого участка в этой натфосфатоксидазе очень долго считалось то, что она не может быть запущена там кальцием в других, например, изоформах. Но экспериментально это показано практически для всех. То есть они так или иначе запускаются кальциевым сигналом, но как одним из, то есть это, скажем так, один из участников каскада, то есть там непосредственно сама активация может быть вызвана разными факторами, включая активацию, там, скажем, заряд компенсирующих каких-то каналов. Спасибо большое за ответ. И еще один у меня вопрос вот по поводу клиники. Вот вы сказали о том, что использование гиперборических камер, оно, ну, скажем так, плохо влияло в итоге на выживаемость людей, которые отравились угарным газом. То есть я правильно понимаю, что получается у них вот они погибали из-за реоксигенации, ну, в смысле, что вот у них активировались вот эти вот все, ну, можем предположить, натфосфатоксидазы, и что очень сильный окислительный стресс развивался. А что в итоге, ну, сейчас конкретно используется? Используется ли этот метод вообще сейчас в терапии таких больных? Спасибо большое. На самом деле, в зависимости от страны, то есть есть большое количество стран, где он запрещен, ну, сам этот метод использования гиперборических камер, где-то их по-прежнему используют, но тут ведь проблема заключена в чем? В том, что хотим мы или не хотим, нам нужно, скажем, вытолкнуть непосредственно угарный газ из комплекса с гемоглобином и в целом, то есть провести нормальную реоксигенацию ткани. Но, к сожалению, как вот, то есть это уже известно давно, что, по сути дела, как раз реоксигенация достаточно сильно повреждает. Вот наши данные как-то подтверждают это, ну, уже будем, скажем так, на каком-то клеточном уровне. Но, тем не менее, что я хочу сказать, по-видимому, то есть сама гиперборическая камера была бы хороша в комбинации с терапией. То есть, поэтому... Еще раз повторюсь, да, то есть ее по-прежнему где-то используют, но вот такого вот мощного какого-то лечения, к сожалению, сейчас пока еще нет. И опять, сейчас идут уже некоторые, скажем так, клинические испытания, ну, как и в любом, при любой проблеме существуют уже какие-то предположения, но сказать, что какого-то универсального средства, которое используется в разных странах, нет. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Сейчас, одну секунду. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Жаль, не видно вас, но рад слышать. Вопрос такой. А проводили ли вы исследования инвиво, например, на крысах? Вопрос такой: какие параметры физиологии лабораторных животных целесообразно принимать при исследовании действия угарного газа? И второй вопрос: может быть, вы делали или перспективным видите, например, блокада тетанустоксином кальцизависимой секреции визикул? И вот какое будет изменение в параметрах вот поведения, там, я не знаю, лабораторных животных? Спасибо большое. То есть я даже включил камеру сейчас. Спасибо за то, что сказали про это. То есть, но первое, да, эксперименты на животных сейчас ведутся достаточно активно. Во всяком случае, мы это делаем сейчас. И добавлю то, что
Результаты, вот опять же, вот если говорить про клеточный уровень и срезы, то есть он полностью подтверждается, я бы сказал, даже подтверждается с более, скажем, такой, с гораздо более сильным эффектом. Если мы говорим про трех участников вот этого активации, как при ишемии, реперфузии, так и отравлении угарным газом, но тут следует сказать, что по поводу любой блокады выброса, ну вот визикул, на самом деле очень интересное предположение, но, как говорится, то есть мы об этом, мы это не делали, мы попытались подойти с другого конца, но, возможно, да, вы абсолютно правы, то есть это может защитить в какой-то мере от, скажем, глутаматной эксайтотоксичности и запуска, в том числе натфосфата H-оксидазы. Поэтому у меня просто вопрос, как потом все эти токсины выводить для нормальной деятельности? Ну, для механизма, может, было бы и полезно. Теперь я вас увидел. Ну, да, спасибо да. за ответ. Спасибо. 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 Есть ли у нас еще вопросы? Вопросов в зале нет, вопросов онлайн я тоже вроде бы не вижу. Тогда большое спасибо, Андрей Юрьевич, за то, что приняли участие в нашей школе.